Я идиот. Я не заслуживаю этих способностей, если быть честным. Какой вклад я вообще вношу? Ау. Уже есть супергерой в красном костюме с молнией. Аквамен буквально огромен, и он такой мужественный. А Бэтмен такой классный, а я... Это просто я. Я чувствую себя мошенником. Неважно. Так или иначе, волшебник дал мне сверхспособность. Шазам! А потом все получили способности. Куда это вы собрались? Бороться с преступностью? Ладно. Теперь каждый занимается своим делом, а я единственный, кто пытается держать себя в руках. Вы же понимаете, что я педиатр. Верно? Come on! Послушай меня, Билли. От этого зависит судьба вашего мира. Дочери Атласа идут за тобой. Дети украли силу всех богов. Шазам! Это очень личное, Билли. Послушай, возможно, у меня не так много опыта, как у тебя, потому что я не такой суперстарый, как ты. Но я видел все фильмы «Форсажа», леди. И это все. О семье. Семья! Ребят, это был сигнал. Шазам! Ваш мир этого не переживет. Я не знаю, как мы справимся с такими силами. Ты думаешь, я знаю, как это исправить, но это не так. Билли, каждый может быть достойным, если дать ему шанс. А теперь иди и сражайся за свою семью и за весь мир. Я только что запустил грузовик в дракона. Я люблю свою жизнь. Шазам 2. Ярость богов.